Итак, друзья, всем еще раз привет. Собственно, тот же самый зал, что в предыдущем обзоре. Но сегодня здесь лежит ламинат, прикручены плинтуса, отрегулированы входные двери. Вот так вот выглядят входные двери. Большая створчатая дверь. Ну, в общем-то, вот и все. Такой короткий очень обзор. Еще раз повторяю, что это очень бюджетный вариант ремонта. Вот, к примеру, плинтуса стоили хозяину 36 рублей. 2,5-метровая палка. Всего лишь 36 рублей. Ну и довольно неплохо все это смотрится. Сколько это все будет служить, вопрос другой. Ну, то, что аккуратненько сделано. Ну все, всем спасибо, всем пока.